сегодня 12-е, да? 12 февраля 2012 года. Судак, снег, немного морозно. Короче, как обычно, последние две недели. Вот такая вот погода. Вот, шторма вроде бы прошли, но лед еще везде вот на скалах есть, где-то на пляже. Кстати, в бухте очень много чаек и несколько десятков лебедей. Вот так живем. Судак. Ура!